женский знак, поэтому с женщинами, козерогами все в порядке, а у мужчин наблюдается серьезное неверие в собственные силы, сомнения, колебания, и даже иногда их посещают суицидальные мысли. Итак, козероги первой декады. Это декабрьские козероги, они рождаются с 21 по 31 декабря. Что для них самое важное, они очень заботливые. Заботливые и внимательные. Вы помните закономерность, которую мы с вами обсудили в прошлый раз, что женщина-козерог, она содержит десяток нахлебников. Это могут быть и родственники мужа, и там сестра, еще кто-нибудь, дети, племянники. Женщина-козерог очень заботливая, мужчины тоже, и готова кормить в буквальном смысле несколько семей. Это декабрьские козероги. Совсем по-другому ведут себя январские козероги. Козероги второй декады рождаются с 1 по 10 января. С 1 по 10 января. И вот здесь уже совсем другая история. Козероги второй декады очень решительные. Очень решительные. То есть они умеют за себя постоять. Козероги второй декады. С 1 по 10 января. И там имеется супердата. Кто мне назовет супердату козерога? 01.01. Совершенно верно. Супер козероги рождаются 1 января. Как супер стрельцы рождаются 12 декабря. Что характерно для супер козерогов? Для супер козерогов характерно то, что они очень выносливые и способны терпеть боль. Вот кто рождается 1 января, у них есть такие необычные качества, они как будто бы не чувствуют усталости. Такой человек-фантомас не чувствует усталости, терпят любые и лишения, страдания. Вот настолько они выносливые и терпеливые. Есть у вас 1 января в вашей жизни люди? Есть второе, но все подходит. Да, но все-таки частично, видимо, от первого там качества, но в классическом виде это 1 января. Это человек-фантомас, который не чувствует боли, не чувствует усталости, способен выдерживать любые нагрузки. Супер козерог. Но вторая декада, вот это вот они решительные, но с ними общаться трудно. Самая приятная декада в знаке козерога – это третья, кто рождается с 11 по 20 января. Третья декада козерога, вот с ними как-то проще. С ними проще. Есть у вас третья декада козерога? Невестка. Кто? Невестка. Невестка. У вас кто? Сестра ваша. Козероги третьей декады рождаются с какой-то коммерческой жилкой. Они предприимчивые, они притягивают богатство. Козероги третьей декады притягивают богатство, и с ними легче обо всем договориться. Это третья декада. С первой и второй декадой общаться сложнее. Особенно со второй декадой, потому что козероги второй декады, вот это с 1 по 10 января, они очень решительные и как бы гнут свою линию. Козероги третьей декады
они более контактные, с ними легче. И предприимчивые. Они редко бывают бедными.